для сегодняшней встречи послужили события в одной обычной семье. Свет, ну что за манеры, ну? Сосиску руками, разве трудно воспользоваться вилкой? Обязательно ему что-нибудь не так. Соображаю тут я и, между прочим, получаю за это очень неплохие деньги. Уже больше года ты не говорил мне слов, я люблю тебя, Андрей. А мужчины любят ушами. Не понимают своими куриными мозгами, что вот этими придирками каждодневными убивают остатки чувств. Так ведь мужчины же... Что за хрень? Почему на проходе? Это электроицеварки. Для облегчения тяжкой мужской доли. Ушел с деточкой. Какая она деточка? Превращаете человека в слюнтяя и пацана. Можно я с тобой? Просто я хотела для мамы на вечер что-нибудь сготовить. Блюдо сама. Ты серьезно? Давай ее ко мне. Мы пойдем на кабана. Я сделаю из нее человека. То, что между нами произошло, это была ошибка. Я без любви не могу. Цаплин! Зайка! Девчонкам веры нет. Сначала мягко сельце, а потом цап за волосы и об стенку. Давайте так, 10% с парой и по рукам идет. Генеральная прокуратура, отдел по борьбе с коррупцией. Вот значит оно такое. Мужское счастье-то. Вашу жену заказали. Кто-то навел на нее органы. Помогите! Господи, с кем я живу, господи? Чисто женский подход. Кто заказчик? Основательница и хозяйка империи мужского счастья Горемыкина Инна Юлина императрица. Императрице нельзя свою слабость показывать, нельзя. Она же сожрет, выплюнет, не заметит. Ой, сёж! Медленно отпусти мою жену, старая стерва! Просто мне надо было освободить место. В каком смысле? Ну, чтобы ты занял кресло в империи. Вот переворот, а? Место моей жены. Такой пост! Второй человек в империи! Так не бывает. Мне иногда кажется, что я вообще не настоящая девочка. Тебе не хочется иногда вспылить, разрушить? Ты же знаешь, какая для женщин травма, когда мужчина главнее ее? Ты меня сбросил с пьедестала, занял мое место. Все очень просто. Мужчина стал уважать себя. Чего несет? Папа, вы или мужики? Вообще все вверх тормашками. Надо в шахту, мы в шахту полезем. Слышишь, Света? Как мужья декабристы.